Очередной кофе и очередной сырок. Торговая марка BU Александров. Сырок творожный, глазированный, в белом шоколаде, с орехами фисташки и малиной. Стоил в районе 80 рублей, но обошелся по акции. 65, насколько помню. Открываем, можно сказать, лакшери. Роскошный сырок. Король сырков по цене. Оформление внутри соответствующее. Не знаю, чему оно соответствует, но, тем не менее, ешь как будто очень продукт качественный, практически царский. Ну, цена у него для сырка, я бы сказал, что не дешевая. Посмотрите, действительно, минуточку, возьму-ка я салфетку для красоты. Белый шоколад вам видно, сверху кусочек малины, либо кусочек. Ладно, надо быстрее его пробовать, кофе стынет. Угу. Посмотрите. И вкус приятный, насыщенный. У творожка самого. Действительно, как орехи, малина. Покупать можно. 80 рублей срок. За такую цену можно пачку творога купить, 200 грамм, да еще останется. У нас 200 грамм творога стоит от 50 рублей, в зависимости от производителя, 200 грамм. А если творог сверху медом полить, да, с черносливом, с изюмом, ничуть не хуже. Но каждому свое. Так, BU Александров. Сырок творожный, глазированный с ванилью в белом шоколаде. От Александрова я уже покупал. Как вы поняли, там сырок был подороже, с малиной и фисташками. А этот просто в белом шоколаде, глазированный с ванилью. И цена у него подешевле. В районе без скидок 60 рублей, насколько помню. Открываем. Да так просто не откроешь еще. Вот он, красавец. Я думаю, вкусный. Самое то с кофе. Угу. Отменный. Сладенький. Посмотрите его содержимое. Все как обещали. Брать можно.